Всем привет! Всем привет! И это канал Turkish People. Меня зовут Андрей. Аня. Вакиме. И я хочу вас всех поздравить с началом учебного года. С 1 сентября. Ура! Ура! Но школы нету. Да, Аня сразу зашла вперед. У нас школа должна была начаться 31 августа. Нормальную учебу нам обещают с 21 сентября. До этого еще 3 недели. Ну, мы не знаем, что может измениться, что будет. Я уже рассуждал до этого на эту тему и вызвало очень-очень много откликов из разных стран. То, что никто не знает, когда начнется школа. У кого-то она уже началась, как в Германии, например. Но все боятся, что она снова закроется. И ходит очень мало учеников в школу, в разные смены. Ну, в общем, очень-очень сложно это все. Много разных правил, требований. Ну, а в Турции что? Все сделали легко, в школу пока что мы не ходим. В России я знаю то, что 1 сентября были линейки. Я вас с этим поздравляю. У кого есть дети с началом учебного года, я надеюсь, то, что он продлится, он будет как обычный, и жизнь нормализуется и будет как прежде. Конечно, ходят плохие слухи о том, что школа закроется до Нового года. Кто-то говорит то, что вообще в октябре. Ну, в общем, мы не знаем, у нас вообще школы пока что нет. Но мы не расстраиваемся. Сегодня мы приехали на море. Я хочу сразу сказать, 1 сентября никогда в Турции в школу не идут. Вот мы в прошлом году шли 9 сентября в школу. То есть, видите, такие вот даты, чтобы солнышко не так сильно палило и было более-менее комфортно нам обучаться. Мы сегодня приехали на море, в Лару. Хотим хорошенечко отмокнуть, поиграться в песочек и насладиться этим прекрасным моментом счастья, то, что нам не надо идти в школу. Владимир должен был пойти во вторую группу подготовительную перед школой в детском саду. Детский сад тоже не просил прислать оплату 500 лир за год. Каждый день по будням они занимались. Была бы подготовка к школе, учились бы писать. У Ани вообще 2 класс. Я перехожу автоматически в 8 класс. Да. У меня выпускной экзамен будет. Я не знаю, как я буду подготавливаться. Но я уже посмотрел в интернете информацию. Мне посоветовали местные жители, кто переезжал сюда. Нужно пойти и взять курсы, подготавливаться к экзамену, чтобы поступить в лицей. Это тоже отдельная история. Давайте не будем о грустном. Хорошо, что нам пока не запретили ездить на море. Это точно. Полеты не закрыли, и мы этому радуемся. Ну что, пойдемте на море. Ребята, вы еще не подписаны на вот этот инстаграм? Это наш официальный профиль. Там мы отвечаем на любые ваши вопросы и выкладываем полезную информацию. А еще там можно узнать, где мы бываем до выхода ролика на YouTube. Ну а вот и 1 сентября на море. За что мы любим этот пляж? Конечно же, за такой песочек. Очень легкий заход в море. Можно строить такие замки. И вообще пляж это самый теплый, самый жаркий. И тут теплее всего моря. Вода плюс 30 градусов. Почти как воздух. А именно вечером и ночью вода с воздухом одна температура. Просто такие ощущения были классные. Когда заходишь и понимаешь, что тебе не холодно, не жарко, просто одинаковая температура. Вы меня, наверное, спросите, когда стоит приезжать в Турцию? Если вы хотите прям по максималке, чтобы было очень жарко, море теплое, это, конечно же, август. Но есть один минус – палящее солнце. Вот сейчас сентябрь, начался бархатный сезон, он аж до ноября. Да, купаются в море и не только русские, но и местные. Температура воздуха держится от 30 до 35 градусов. И вы не думайте то, что загорать нельзя. Нет, как раз таки это прекрасная погода, и можно приезжать с детьми, либо если вы в пожилом возрасте. Для вас будет очень легко переноситься вот эта температура воздуха. Температура воды будет также очень комфортной, и не захочется вылазить из моря.
Ну вот мы уже возле отеля «Сера», знакомы всеми отель. Конечно, он не единственный на этом побережье. Вот тут, например, отель, там отель. Много-много маленьких отелей. И из этих отелей идут на общественный пляж. Стали пролетать самолеты, как в прошлом году. И тут, и здесь, и прямо над отелем. Все выезжают отсюда трансферы, привозящие и увозящие туристов. Тут до аэропорта вообще недалеко. Давайте прогуляемся, посмотрим вообще, что открыто, что тут есть. Смотрите, эчзане. По-турецки это означает аптека. Если вам нужны какие-то препараты, например, у вас простуда или вы заболели чем-либо, вообще выбирают Лару за такой песочек. Тут намного жарче, и вода кажется теплее, потому что прогревается лучше из-за песка. Тут тоже начинаются отельчики. И, кстати, наши подписчики тут бывали и очень даже были довольны. И часто куда-либо ездили. Насчет того, что ездили. Вот тут находится остановка, куда все садятся, чтобы поехать в торговый центр Террасити или в центр города в Марк-Антале. Еще в общественном транспорте Анталии предусмотрены места, точнее, одно место человека на коляске. И, к сожалению, вдвоем нельзя ехать по технике безопасности, потому что там крепят все ремнями. Давайте посмотрим на маршруты автобусов, их тут очень много. КЛ-08, ЛФ-09, ЛФ-10 идут в Марк-Анталии. Вот видите, остановка Марк-Анталии. И 13-й идет. Все они идут тоже в Террасити. Видите, Террасити, Террасити. Так что я думаю, потеряться очень сложно. А вот и еще один обменник. Следующий будет вот там. Вот видите, как они близко находятся. Тут тоже можно обменять деньги. И еще тут можно купить телефонную карту, сим-карту от Водафона. Там же будут тарифы. Видите, как низко пролетают самолеты. Я думаю, не очень приятно такое вот слышать. Но это уже о минусах этого пляжа и нахождения здесь в отеле. Главное отличие, вы знаете, пятизвездочного отеля с вот этими трешками и четверками, то, что тут предоставляется завтрак, либо полупансион. Это еще и ужин. Тут можно, конечно, пообедать, поужинать, позавтракать. Цены в этой кафешке такие выше среднего. Вот, вы можете посмотреть меню. 35 лир, 26 лир, 27. Вот дюнеры. Искендер кебаб 39 лир. Йортлу дюнер 39 лир. То есть на самом деле цены не очень большие. Ну вот, например, мясо, вот стейки 75 лир. Все зависит, что вы хотите заказать. Тут еще находится продуктовый магазин Migros. Мы в нем снимали обзор, что можно привезти вообще из Турции. Я стою возле Migros, продуктового магазина. Хочу рассказать то, что в любом Migros можно заплатить долларами. И вам сдачу отдадут лирами. Вообще, зачем нужны лиры? Это ваши будут первые, как говорится, деньги на руках. Их можно применять, использовать где угодно, но чаще всего на базаре. Потому что во всех магазинах можно оплачивать банковской картой. Все покупки совершать. В общественном транспорте тоже нужно оплачивать картой. Главное, чтобы был PayPass, бесконтактная оплата. Еще тут находится Western Union и Контакт. Тут как раз-таки все наши туристы меняют свои доллары и другую валюту. Везде слышно русскую речь, но туристов сейчас на улице не очень много. Все, как говорится, тусуются в отеле. Можно купить товары для моря, чемоданчики. Еще очень популярно полотенца покупать. Ну, тут они не очень хорошего качества, я вижу. И тапки для моря. Конечно, этот долгий карантин немногие пережили. Тут есть, конечно, банкомат Денисбанка. Но многие уже знают, что это теперь не дочерний банк Сбербанка. И так что снимать тут с огромной комиссией деньги не очень выгодно. Вы видели, конечно, Migros.
продуктовый магазин, а есть еще маленький А101. В него можно просто зайти, когда вы гуляете, купить что-либо. Еще хочу вам напомнить, никто правила не отменял. Нужно заходить в любой магазин и в торговом центре быть постоянно в маске. Вот нужно надевать вот так, чтобы к вам не прикопались. Ну, в кафе, конечно, не надо ее одевать. Некоторых просили до того момента, пока вам не принесут еду. И вы можете спокойно открыть свой нос и рот, чтобы отведать вкуснейшую турецкую еду. В магазинах всегда очень холодно и классно после жары зайти. И, кстати, в таких маленьких супермаркетах и продаются разные круги для плавания. Если вы забыли, то можете приобрести прямо на отдыхе. Вот цены. Цены очень маленькие. 11,95, 7,45. И вот что насчет нового учебного года. В каждом супермаркете продавалось очень много различных тетрадок, карандашиков, ластиков и всех принадлежностей для школы. Но вот видите, ажиотажа никакого нет, ничего не покупают, потому что школы нет. Зачем покупать? Вот видите, там вдалеке остался отель «Сера». Если вот так вот пойти пешком по вот этому подъему в сторону центра, можно увидеть еще один продуктовый магазин «Шок». И тут банкоматы разных банков. О, у них 24 часа открыто. Суп, котлеты, семиты. Вот видите, место работает. Смотри, какая огромная. Вот еще один отель. Ребята, напишите в комментариях, кто был в этих отелях. Можете оставить отзыв, потому что это очень интересно тем, кто хочет сюда приехать. Вот мы уже вышли к дороге Лара, туризм Йолу называется. Здесь ходят автобусы из Лары до Лара Кунду. А еще я хотел бы вас угостить такими нектаринами. Они очень спелые. В общем, наслаждаться этими прекрасными видами можно очень долго. Вот так прошло наше 1 сентября. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Спасибо, что вы подписываетесь на нас. Скоро мы дойдем до моей заветной цели 100 тысяч подписчиков. Огромное вам спасибо. Если вы хотите сделать нам приятно, то расскажите о нашем канале своим друзьям, знакомым, чтобы намного больше людей узнали о нашем канале. Я думаю, вам нравится наше творчество. Всем пока!